Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Читаю ваши комментарии. Но прежде позвольте мне поздравить вас с воскресением Христом. И начнем читать ваши комментарии. Владимир Вершняк на эмоциональный гимнастик занятие 6 пишет: «Бармалей, когда ты втирать перестанешь?» Владимир, если вам, ну, не то, что неинтересно, зачем вы сюда заходите, чтобы вам что-то втирали? Ответьте на вопрос, зачем вы сюда заходите? А потом уже будете писать. Дальше будет интереснее. Грициан Таврический написал: «Знайте все, Малахов Геннадий и вся твоя здоровая аудитория, сегодня Россия бомбила нашу любимую Одессу. Погибли мирные русскоговорящие граждане. Грош цена всем этим разговорам на твоем канале и твоему здоровому образу жизни». Вот моему здоровому образу жизни и все. Я как-то же вам говорил, цитировал Старовойтова: «Если вы не занимаетесь политикой, то политика занимается вами». В мире с нашего попустительства, с попустительства большинства людей, большей части населения Земли, группка и группки отъявленных мерзавцев процветают, паразитируют на населении земного шара и всеми своими помыслами, силами и прочим хитринкой поддерживают такой порядок, чтобы это все было. И, кстати, об этом давным-давно было известно. Народ всю эту гнилушку, конечно, чувствовал, видел, старался как-то бороться. И вот я вам на основании интернационала кое-что прокомментируешь, извините за такие вольности, но тем не менее. Интернационал, он был написан аж в 1871 году. Начнем. «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов». Верхушка правящая настолько довела людей до состояния рабов, до состояния голода, да и вообще плевала на них, что у людей, разумных людей, таких же, как эти цари и прочее, так сказать, голубых кровей, у них же есть ум. Так вот он аж кипел от всего этого возмущения. И уже жизнь была не мила. Они готовы были идти на смертный бой за свои права. Кто позволил вот этим вот всем этим самым людишкам взять вот эти права? Ну, идем дальше. «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Увы, строили, попытки были, не построили, что-то не получилось. Но тем не менее, есть опыт Исландии, где люди написали народную конституцию. Люди написали, а не кто-то им написал. Значит, этот видосик, вот я располагаю. Посмотрите, если вы хотите, чтобы вот этой вот мерзости, которая сейчас во всем мире творится, не было. Каждый человек – это вообще огромная сила. И он даже не подозревает, какими силами он обладает. Но еще большая сила в единстве. Чтобы мы сказали нашим, так сказать, управляющим, что мы хотим, чтобы государство было такое-то, и в государстве было то-то. Получали то-то. И так далее, и тому подобное. Все от нас ждут, когда все созреют. В противном случае отдельных просто-напросто считают за бунтарей и от них избавляются. И на их примере еще пугают все остальное население, запугивают, чтобы оно было по-прежнему рабами. Дальше пойдем. А тут очень интересные, будем говорить, слова. «Довольно кровь сосать, вампиры!
тюрьмой, налогом, нищетой. Для вас вся власть, все блага мира, а наше право звук пустой. Вот за вот это вот мы боремся, пытаемся бороться. За вот это вот прекрасно сказано, что с нас вот эти вот людишки, голубая кровь, так сказать, которая там сама себя назначила, сама себя окружила там законами, всем. Прекрасно властью имеет благо, пугает нас тюрьмой или сажает, и налоги, и прочее, все вот это вот вместе. А наше право звук пустой. Что мы вот для этого мы делаем? Мирно, чтоб написали, мы хотим вот это. Еще разок. Если вы, вернее, хотите, чтобы как-то разобраться вот в этом мире устройстве, как это можно, знаете, бескровно, как-то мирно изменить, посмотрите видео «Мирная революция в Исландии». Мы жизнь построим по-иному, и вот наш лозунг боевой. Вся власть народу трудовому, а дармоедов всех долой. Ну, лозунг-то есть. Боевой народу трудовому. Опять-таки, не трудовой народ всем этим делом управляет, а дармоеды. И наша задача грамотно устроить общество так, чтобы оно могло процветать. Те люди, которые действительно хотят жить, хотят процветать за счет своего собственного труда. Чтобы все это было в рамках разумности, целесообразности. Я понимаю, что должно быть богатство. Но не такие богатства, когда у тебя есть и дворец, там, и все что угодно. И плюс еще ты содержишь армию. Чтобы вот этого не было. Достаточное богатство, там, яхта, там, дом, там. Нормально житье-бытье. Но не то, что какие-то спекулянты могут что-то там делать во всем мире, какие-то там свои махинации. И это считается нормально. Игроки на рынке, вы вдумайтесь в это, игроки. А кем они играют? Они играют всеми нами. Презренны вы в своем богатстве, угля и стали короли. Вы наши троны тунеядцы на наших спинах возвели. Ну вот что, свое богатство, угля и короли. А ну кто отдал? Кто отдал вот эти вот природные богатства, чтобы они стали владельцами? Куча народа трудилась, а кто-то взял. Взял на труде огромного количества людей. Ну и забрал все это. И я, мол, это самое. Заводы, фабрики, палаты, все нашим создано трудом. Пора, мы требуем возврата того, что взято грабежом. И вот этот грабеж проследуется, знаете, прослеживается с библейских времен, когда еще не было никаких, знаете, ни царей, там, ни королей и так далее. Правили, как бы не правили, а народом, народ слушался пророков. Пророки – это те люди, которые взаимодействовали, значит, с высшими силами и примерно действовали в согласии с ними. Говорили, вот так-то, вот так-то, вот так-то. Нет, потом надо короля, надо там царя, надо на правителя. И все, и тогда правитель, правитель. Тогда я, у него сразу же в голове такое возникает, что народ – это моя собственность. И что я хочу с ним, то и творю. Принимаю свои собственные законы. Вот так там посылаю, там, распоряжаюсь ими, войском там. Ну, всеми благами. Позвольте. И это все говорится, ну, мол, вот власть оттуда. А на самом деле, такое понятие есть первородные. Да. Отдали и все. И руководят полнейший грабеж, что вот и подчеркнуто. В интернационале. Довольно королям в угоду, дурманит нас в чаду войны. Война тиранам, мир народам, бастуйте армии сны. Кто это делает? А королям в угоду, еще одно видео, это вот сейчас я его располагаю, чтобы вы посмотрели. Кто заправляет странами, всем этим? Заправляют банкиры, заправляют торговые транснациональные
объединение. И все это делается в их интересах. И они игроки на рынке, они рассматривают весь земной шар как место для своих вот этих игрищ. В результате чего они, значит, имеют благо и так далее. А что там народ? Да что там народ? Ну, надо, значит, войнушку затеять. Надо в своих интересах для того, для сего и так далее. Смотрите вот это видео. Вот кто хочет разобраться, чтобы у вас менялось мировоззрение, чтобы вы понимали, что вы можете сделать. Не сидели вот так вот пассивно, а что вы можете сделать реально. Для того, чтобы вот этого всего, что, в чем мы сейчас оказались, знаете, жили, грубо говоря. Политикой не занимались, и только политика сделала нас. А потом, ой-ой-ой, а почему, а что такое, а как же так? Бастуйте, армии, сыны, пишите свои пожелания, что я хочу, чтобы мир вот такой был, что наша страна такая была, чтобы в нашей стране вот то-то было, что наши вот это. И смотрите видео про Исландию, как они сделали. Когда ж тираны нас заставят в бою геройски пасть за них, убийцы, вас тогда направим мы жерло пушек боевых. Представляете? Что в конце концов вот это все, что тут разворачивается, оказывается, вот эти вот люди имеют свои интересы, которые уже продвигают за счет военных действий. Заставят, слово заставят. А почему они нас заставят? Почему? Ну, если вот в транснациональной какой-то организации что-то там надо и так далее, там рынок. Ну, пойдите и подеритесь сами. Чего вы тут одну страну на другую натравляете? Меня, знаете, удивляет вот эта еще такая недальновидность. Вот сейчас Америка, вот вы вздумайтесь, Америка, будем говорить, начинает бодаться с Китаем, что вот этот Китай, вот тот он, тот, вторая экономика, или же уже тот первая экономика, вот они тут такие-сякие, такие плохие. Позвольте, вы настолько тупые и недальновидные, что позволили своими действиями подняться к Китаю, переведя туда предприятие. А китайцы молодцы, начали трудиться. А вы у своего народа все это забрали и туда, якобы там дешевле. А потом, что вот это получилось, а как же так, а мы тут ни при чем. Понимаете, глупость одних людей порождает вот эти вот геройские действия, и чтобы мы их еще защищали. Вдумайтесь, вот, я даже ничего не выдумал, я просто вот читаю вам интернационал. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Но вы видите, никто за вас ничего не думает, что что-то там такое, там, допустим, снизить пенсионный возраст, добавить там пенсию, еще что-то там такое, снизить там ЖКХ, бензин или еще что, хотя это все можно сделать, и денег вот так будет. Нет, смотрите видео об Исландии. Смотрите видео об Исландии. Включайте свой собственный ум, как это сделать, чтоб свергнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро. Вздувайте горны и куйте смело, пока железо горячо. И знаете, самое, что останавливает людей, это то, что у них имеются какие-то накопления, какие-то, грубо говоря, материальные там ценности, или еще вроде не так начали. И они боятся потерять свои вот эти материальные ценности. В конце концов, они боятся за свою жизнь. И манипулируя вот этими вот вещами, кстати, вы поинтересуйтесь, чем закончилась вот эта вот марш дальнобойщиков в Канаде. Вот поинтересуйтесь. Чем он закончился? Что если человек за свои права, за свои убеждения готов расстаться с жизнью, вот так, тогда его ждет победа. А если он на это не готов, да его запугают тем, что отберут там его накопление, надавят на его семью, на него через семью,
в конце концов, там, на его жизнь, и все на этом закончится. И все ваши, так сказать, вот это вот начинания, и все это угаснет, все это пойдет, и вы опять войдете в то рабское состояние, в котором мы были. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, но паразиты никогда. Правда, ну правда, правда, да, 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 да. И владеть землей, ее недрами, и все, и ее там благами, как-то за всем этим следить. Ну что получается на самом деле? Ну на самом деле получается, что сейчас все идет даже к тому, чтобы лишить любой, будем говорить, какой-то частной собственности. Особенно там земли, там, чтобы ничего не было у человека. Чтобы он был безродным там каким-то, без роду и племени. И если гром великий грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей. Народ все-таки как-то просыпается. Но его хотят оболванить. Хотят, знаете, вот, ну, грубо говоря, ведется такое образование молодежи, населения. Ведется такая политика рекламы, что он ничего не может, ничего не знает, ничего не делает, что он вот такой. Вот это вот вся свора псов и палачей дальше, если, значит, что-то загавкали тебе, если ты, значит, все-таки пытаешься что-то сделать, как с конвоем вот этих дальнобойщиков в Канаде, значит, пошлют разного рода палачей, натравят одно население на другое, и все это кончится. Вот такие-то вещи. Давно было написано, да только то, что теперь вот такие вот предъявы. Это касается каждого из нас. Все это, знаете, вот касается каждого из нас в той или иной степени. Просто одних это коснулось раньше, других это коснется позже. Поэтому включайте свой собственный разум, смотрите вот эти видосики, их достаточно, так, не развлекающих видосов, а вот рассказывающих, а что действительно в мире произошло такого, что народ Исландии как-то стал по-другому там жить. Как противостоять вот этому всему? То есть это все есть, это все можно применить. Причем не надо ничего там разрушать, а просто проявить свою волю, требования. Но во всеобщем масштабе, еще раз повторяю, отдельные люди будут объявлены смутьянами и, соответственно, с ними разберутся. Так что нездоровое общество порождает нездоровые отношения, а потом уж.